Лошадь едва не спровоцировала ДТП в центре Челябинска. Перед тем, как кинуться под колеса проезжающих мимо машин, животное еще и сбросило своего наездника. Все попало в камеру одного из видеорегистраторов. На кадрах видно, как лошадь двигается трусцой по тротуару. Но что-то идет не так, и скакун будто взбесился. Животное сбросило наездника и рвануло прямо на проезжую часть. Упавший человек остался лежать на тротуаре. Получил ли он травмы, осталось за кадром. Известно, что лошадь едва не попала под троллейбус и автомобили на встречной полосе.